На этой неделе на небе появился новый объект – слабая красноватая точка. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно, выяснил Александр Огородников. Может ли небо упасть на Землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события – падения на Землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Нибиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют, планета Х, гораздо крупнее Земли, а значит, ее гравитационное поле гораздо сильнее. Его разрушительное влияние мы почувствуем в конце 2012 года, когда сближение будет максимальным. Как следствие, изменение наклона нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное похолодание там, где сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. Две трети населения нашей планеты попросту погибнет. Впрочем, есть и другая версия того, чего нам ждать от загадочной планеты. Согласно одной из теорий, Нибиру – это планета богов. В древних текстах их еще называли анунаки, то есть сошедшие с небес. Если верить этим же текстам, то анунаки – это наши предки. Когда-то давным-давно, используя свою планету как космический корабль, они подлетели к Земле и заселили ее себе подобными. С тех пор раз в несколько тысяч лет анунаки прилетают к нам с инспекцией. Раз в 3600 лет она якобы появляется, приближается к Солнечной системе, к Земле. И таким образом анунаки как бы спускаются вновь на Землю, делают там какие-то свои исследования, проводят какие-то генетические исследования, генетические операции с человеком. И потом опять вот этот промежуток очень небольшой, они якобы перебираются опять на эту планету и таким образом опять исчезают во мгле времен. Такая периодичность появления на Земле анунаки определяется орбитой Нибиру. Она, в отличие от траектории других планет Солнечной системы, сильно вытянутая. Вот и получается, что она то прилетает, то как бы исчезает. Автором этой теории стал знаменитый американский ученый Закария Ситчин. В своих трудах он опирался на тексты древних шумеров, и в частности на вавилонскую поэму «Энума Элиш». Для человека непосвященного кажется, что это просто легенда о войне богов. Но Ситчин в своих трудах доказывает, что древняя эпопея, хоть и с помощью образов, но точно описывает процесс сотворения нашей Солнечной системы 5 миллиардов лет назад. Шумеры действительно хоть и жили 5000 лет назад, но знаниями по астрономии обладали чуть ли не большими, чем мы сегодня. Вопрос, откуда они могли это знать? Повод задуматься о том, что мы-то и есть настоящие пришельцы, тем более, что и недостающее звено в цепочке развития человека до сих пор не найдено. Налицо существование некой процивилизации, которая дала толчок вот этим именно трем великим цивилизациям. Индийской, о чем вы говорили, шумерской, египетской и даже центральноамериканской. Практически у многих народов есть мифы и предания о том, что их предки спустились с небес. Поэтому сложно так говорить конкретно, откуда они пришли, что это было. 220 генов, они не относятся никаким к земным организмам. Вот то, что интересно, да? Это то, что говорит наука. И то, что это как бы говорит в пользу космической версии о том, что да, действительно, люди произошли от неких космических пришельцев. Является фактом о том, что атланты 20 миллионов лет назад прилетели на своей планете, которую они потом взорвали, образовался пояс метеоритов от этой планеты, и они поселились у нас на Земле. Они привезли здания и малые приборы к нам. Они привезли все представители фауны своей. И вы знаете, русалки там с хвостами, там и другие представители, которые там развивались. А потом они жили на нашей планете.
Игорь Копылов хоть и придерживается космической версии происхождения человека, но говорит, что представители древней працивилизации прилетели с другой планеты. Хотя Нибиру, по его словам, действительно существует. Правда, по его расчетам, темная планета меньше, чем описывают ее вавилонские легенды. Да к тому же и абсолютно безжизненно. Температура на краю Вселенной примерно равна температуре космоса, то есть минус 4 градуса по Кельвину. Разумная жизнь, и тем более живая природа, немыслима до такой отдаления от Солнца. Там мало энергии от Солнца она получает, и там условия для существования жизни абсолютно невозможны. 4 градуса по Кельвину – это примерно минус 270 градусов по Цельсию. Так что для человека обычного на Нибиру действительно жизни нет. Но ведь по легендам населяют эту планету боги, много ли им надо? И вообще замерзающий и голодающий бог – это нонсенс, пожалуй, даже для ученых. Кстати, что касается астрономов, по их расчетам Нибиру как бы вообще не существует. Ведь планета таких размеров, что описывается в древних легендах, должна была вызывать в Солнечной системе гравитационное возмущение, а его нет. Объяснить это можно тем, что шумеры сознательно преувеличили массу божественной планеты, как бы наглядно демонстрируя ее космическое значение. Тем более, что в тех же текстах точно сказано, Нибиру — это своего рода большой космический корабль или станция. А вот такие объекты, по мнению астрономов, в далеком космосе вполне могут существовать. В принципе, конечно, за пределами орбиты Плутона, или более правильно сказать, за пределами пояса Койпера, мы вполне можем ожидать наличие крупных тел, и недавние открытия доказывают, что в принципе там могут, по крайней мере, размером с Плутон встречаться еще неизвестные тела. А Плутон, хоть и был выведен астрономическим сообществом из списка планет, не так уж и мал, по крайней мере, для размещения народности Анунаки. Так что если пока мы и не видим Нибиру, это не означает, что ее нет. Впрочем, истина уже совсем близко. Согласно некоторым расчетам, к 2011 году темную планету будет видно даже невооруженным глазом. А 21 декабря 2012 года Нибиру пролетит мимо Земли и засияет на нашем небосклоне яркой красной звездой, словно второе Солнце. Кстати, по случайному ли совпадению или нет, но именно в этот день заканчивается и нынешняя эпоха календаря майя. Каждая эпоха, которые были и которые будут, изображаются в виде долгой продолжительной ночи, после которой возникает, наступает пробуждение. То есть вот сейчас эпоха заканчивается, заканчивается ночь. Должно взойти солнце по майянскому, если верить майянской легенде, и должно произойти пробуждение человечества. Это описывается как некий процесс, в общем-то, очень позитивный. Процесс, которого люди ожидали там долгое время, готовились к нему, ждали его, и когда он наступал, в общем-то, все становились очень счастливы. И хотя в текстах майя ничего не сказано о планете Нибиру, не связать эти два события просто невозможно. Тем более, что и у шумеров, и у индейцев этот день, 21 декабря 2012-го, так или иначе связан с приходом на Землю богов. В людях, если верить, опять же, текстам майя, должны проснуться какие-то сверхъестественные способности. Сверхъестественные не с точки зрения законов природы, а сверхъестественные с точки зрения наших представлений сегодняшних об этих законах природы. Ну, собственно говоря, вот по описаниям можно подумать, что люди, собственно, и станут богами. Конечно, относиться ко всем этим легендам можно по-разному, но и сторонники, и противники согласятся в одном. Ждать осталось недолго, а значит, время уже совсем скоро все расставят по своим местам. Александр Огородников, Дмитрий Кочурин, Елена Микертычева и Максим Давыдов в центре.